С головой было труднее. Но тут помог алкоголь. Ежедневный трехкратный прием алкоголя, и ты очищаешь свою башку от ненужного. Не трогами домой, домой, пора домой. You need to help me jam. You got it. Yeah, I think you're. You need to help me jam. Yeah. You need to help me jam. Из Ростова-на-Дону наш корреспондент Вадим Токменев. Вадим Токменев, Сергей Смирнов и Александр Новиков, телекомпания НТВ из Ростова-на-Дону. Хочу сказать, что для того, чтобы у вас были хорошие отношения с мужиком, вам нужно а. сосать, б. не ебать мозги. Иногда готовить, но на самом деле это так уже. Just the same as in life. If you want a better life, a better lifestyle, you got to start changing whatever you are doing. He turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. Why so serious? Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Thank you.
Cause you had a